Бендерский краеведческий музей. В четверг здесь откроется новая выставка. «Эпоха СССР» — это название экспозиции. Сразу у входа символы прошлого. Алый флаг, на нем советский герб, профиль Ленина. Такое знамя могло раньше висеть, например, на предприятии. Выставка — напоминание о том, что все-таки Советский Союз — это большая часть истории не только нашего города, но и нашей страны. В экспозиции много всего советского. Вот, например, вымпелы победителей соцсоревнований. Их проводили на производствах, стройках и не только. Вымпелы как награда за перевыполнение плана. Основные атрибуты пионерии – пионерский галстук, пилотка, горн, чтобы созывать на летучку, ну и барабан. Ну и, конечно же, какой пионер не мечтал стать комсомольцем? Правда, принимали далеко не всех. Отдельно на выставке о бендерских предприятиях – молочные, мясной комбинаты, обувная, шелковая, текстильная фабрики. Производства появились в городе при Союзе. Шелковый комбинат так вообще прославил город и предприятия по всему миру. Вот эти предприятия частично представлены здесь. Выставку откроют 29 декабря. Она будет работать до 9 января. Кстати, на открытии будет и спецгашение марки, посвященное столетию СССР.